Бригады строителей приступили к благоустройству мемориала Славы неделю назад. Ход работ в рамках выездного совещания проверил глава Барнаула Вячеслав Франк. Благоустройство начали не случайно. В следующем году большая дата – 80-летие Победы, а также 50-летие с момента открытия самого мемориала. В 1975 году, к 9 мая, здесь установили скульптурную группу «Прощание» и «Стеллу». Также были воздвинуты щиты с рельефными изображениями в воинских атрибутах. На щитах имена почти 14 тысяч воинов-барнаульцев, павших на фронте. Мемориал Славы у нас это самый главный, наверное, наш объект, который мы готовим к юбилейной дате. В следующем году у нас 80 лет Победы Великой Отечественной войны. Как мы видим с вами, сейчас уже идет активно демонтаж плиточного покрытия, бордюров, поребриков и так далее. На благоустройство мемориала Славы из городского бюджета выделено 45 миллионов рублей. На объекте планируется заменить плиточное покрытие и бордюрный камень, обновить пандусы, гранитные лестничные марши и провести модернизацию существующей линии наружного освещения. Также планируется провести текущий ремонт стилобата. Это общий цоколь, который объединяет сооружение. Здесь у нас будет и очищенная плитка, и стилобат, и сам памятник прощания. Буквы будут подвержены химической очистке в пантеоне. Также рассматривается вопрос о строительстве часовни на территории мемориала Славы. Участники совещания осмотрели место, где она предположительно будет находиться. Сейчас прорабатываются проектные решения и эскиз. Дмитрий Дроздов. День с толком.